где в Щелкове мастерская часов, ищу репетитора, куда сходить на выходные и новости города. Информацию о жизни района и не только можно найти на публичных страницах, в социальной сети ВКонтакте. Интернет-ресурсы сегодня играют немаловажную роль в жизни каждого, являясь одним из самых быстрых источников информации. Представители крупнейших интернет-сообществ Щелковского района встретились на медиа-ланче в районном культурном комплексе. Медиа-ланч – пятый в области, но первый в нашем районе, призван наладить взаимодействие между представителями благосферы и властью. У руководства муниципалитета позиция однозначна. Социальные сети делают власть более открытой для народа. Поэтому и у Надежды Суровцевой, и у Алексея Валова есть личные аккаунты почти во всех популярных социальных сетях – Твиттере, Инстаграме и ВКонтакте. Считаю, что это необходимо для всех уровней власти, потому что... Мое мнение, не всегда люди могут прийти на прием. И вот эти средства массовой информации, они позволяют человеку вот это общение найти, узнать взгляд, узнать мнение на те или иные события, которые происходят. Мне нечего скрывать, я готов отвечать на все вопросы в любом формате, в том числе и в формате встречи, и в формате диалога в социальных сетях, не стесняйтесь. Я всегда готов и открыт для любого диалога и для любого разговора. Сегодня многие приравнивают блогеров к журналистам, однако ставить между ними четкий знак равенства нельзя, уверена Наталья Чернышова, председатель Союза журналистов Подмосковья. Что для журналиста постоянная работа, то для блогера зачастую занятие, к которому он возвращается время от времени. Да и навыков не всегда хватает. Тем не менее, профессиональное журналистское сообщество готово помочь им лучше ориентироваться в информационной среде и организовать для всех желающих специальные курсы. Мы будем содействовать повышению такого профессионального уровня работы с информацией для блогеров. Есть у них желание, мы некоторым вопросам технологии журналистской работы мы поможем освоить их. В ходе встречи каждый из блогеров мог задать вопрос представителям власти, а также озвучить пожелания. Так представители интернет-сообществ высказались за идею их участия в мероприятиях, проводимых администрацией и депутатами. Районные власти предложение поддержали, и, как выяснилось, такая практика уже существует. Буквально на прошлой неделе я выезжал на контрольный выезд Надежды Владимировны Суровцевой. Мы контролируем ход выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и детских площадок. Я считаю, чтобы наладить диалог, нужно просто выйти на этот диалог и спрашивать, и активно участвовать в жизни города и района. Интересные информационные поводы блогерами будут поддержаны, рассказал еще один участник медиа-ланча Вадим Щербаков. Созданная им несколько лет назад группа «Типичная Щелково» сегодня насчитывает ни много ни мало почти 26 тысяч подписчиков. Информация на стене самая разная. Есть и объявления, и реклама. А в последнее время стали все чаще появляться новости района. Готовы размещать всякие объявления именно от участников, то есть, во-первых, информировать их о разных новостях, которые происходят в нашем городе, и помогать вот, там, в поисках их домашних животных и работы и прочее. В целом, все участники дискуссии отметили, что встреча прошла эффективно и не замедлили тут же разместить информацию в социальных сетях. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».